Так, всем привет. Меня зовут Максим. Я работаю в X5 Retail Group. Это, кто не знает, самая большая ритейл-компания в России. Она включает в себя торговые сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Моя должность звучит как техлид, что бы это ни значило. Я работал с кучей разных технологий. Сейчас я занимаюсь спросом, соответственно, команда наша называется «Спрос». И я расскажу, как мы использовали ML в прогнозировании продаж для X5 по магазинам, по товарам. О чем презентация? Я рассчитываю, что это больше техническая презентация, немножко совсем про бизнес. И если будут какие-то бизнес-вопросы, можно потом у меня будет уточнить. Давайте сначала. Зачем, в принципе, нужен прогноз в ритейле? Ну, обычно можно отвечать на этот вопрос, просто подумав, какие бывают вехи в развитии ритейлера. То есть бывает момент, когда магазин один, это магазин у дома, например. Там человек, который продает, он же частый директор. Он работает напрямую с поставщиками, точно знает, что продавать, что у него берут. Ему особо как бы прогнозировать ничего не требуется. В какой-то момент магазинов становится гораздо больше, это десятки. Здесь уже надо распределять, что везти, куда везти. Здесь требуется собирать и распределять заявки, иметь, может быть, машину новую. Проходит какое-то время, магазинов становится сотни. Здесь уже встает вопрос, что и как хранить, оптимизировать хранение, оптимизировать склады в магазинах или убирать их совсем. Здесь уже нужны какие-то CRM, ERP, возможно, какое-то налаживать relationship между своими клиентами и так далее. Но наш кейс — это когда магазинов уже тысячи, то есть у нас на сегодня порядка 15 тысяч магазинов. Здесь проблема уже значительно сложнее. Так как нам надо обеспечить похожий набор продуктов в каждом из магазинов, то с поставщиками договариваются далеко вперед, это может быть на год. Нам надо иметь свои распределительные центры, чтобы все это хранить, довозить вовремя и быстро, чтобы оптимизировать таким образом цену поставок и, соответственно, увеличить там маржу или товарооборот. Здесь уже прогноз очень требуется. Прогноз достаточно какой-то длительный период. Иначе можно привести либо слишком много, либо слишком мало. Ну, небольшой бизнес-секрет, что, как правило, считается, что привозить больше – это лучше. Тогда люди приходят, у них есть что купить. А когда договариваются и перевозят меньше, чем требуется, как правило, к этому воспринимается негативно. Обычно какие подходы используются при прогнозировании? Самый классический — это авторегрессионные, какие-то RIMA-модели, они используют данные на прошлом. Довольно много таких подходов уже реализовано. Есть попроще, есть посложнее. Очень многие enterprise-решения используют как раз авторегрессионные. Здесь в чем проблема? Так как мы используем данные с прошлого, прошлое иногда не повторяется на будущем. Ну, логично, бывают какие-то выбросы, кейсы, и в общем случае модели пытаются их повторить. Но это относительно просто и понятно, можно плюс-минус легко объяснить бизнесу. Второй подход — машинное обучение. Он более эффективным считается, здесь выше качество, как правило. Для нас, например, самое лучше всего заходили это бустинги над решающими деревьями, но также используются нейронки рекуррентные, либо ансамблирование многих подходов. Для больших данных задача может иметь плохое решение, либо нетривиальное. Оно может очень дорого или долго считаться. Как правило, эти подходы можно смешивать, это повышает качество в том или ином виде. Либо можно, например, признаки из регрессионной докидывать в ML, либо можно, наоборот, после авторегрессии у нас остаются какие-то остатки, объяснять их с помощью ML. Ну, соответственно, можно делать разные подходы. У нас в какой-то момент так было, что было два проекта. Одни делали так, другие так, и смотрели, какой лучше. Но это дорого и иногда бессмысленно. Ну, естественно, чем больше моделей, тем можно сильнее точность улучшать. Как это работает сейчас у нас? У нас фактически три разных независимых заказчика. Это «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». У них хоть немного свои аспекты в данных, поставки и так далее. Горизонт прогнозирования там от 4 до 12 недель в среднем. У нас есть некоторый пайплайн поступления данных. То есть у нас есть, например, чеки. Они появляются там в один день в магазине и через несколько дней централизованно начинают храниться. Они поступают в SAP, затем падают в Kafka, это обработчик всех данных, как очередь. Затем с помощью NiFi они перекладываются в Hive, там формируются витрины. Витрины уже идут, из витрин данные идут в LightGBM или XGBoost. Мы их используем для прогнозирования.
валидируемся мы на отложенный, так как у нас прогноз вперед, то есть это какая-то таймскейл задача, то мы оставляем какой-то промежуток времени. Обычно это там, месяц или несколько недель до нашего периода прогнозирования. Валидируемся на ней, затем докидываем его опять в данные и доучиваем. Также у нас функции потери my и tweedy. Tweedy немного необычная функция потери, я по ней чуть позже расскажу. И мы усредняем по нескольким рандом седам, чтобы добавить стабильности для модели. А затем у нас существует какое-то некоторое API для моделей. В чем это выражается? То есть у нас есть сервис поднятый, куда приходят параметры запроса по фиксированному набору параметров. Мы выдаем ответ, пишем его в базу. И, соответственно, какой-то сервис, которому требуется результат нашего моделирования, он его может забрать напрямую из Postgres. Ну так, довольно просто. Метрики качества мы используем vape и bias. Это именно метрики, не loss. Vape — это абсолютно процент ошибок, и bias — это условно перепрогноз, недопрогноз. В чем разница? То есть bias показывает, сколько мы, например, довезли или не довезли. Здесь он требуется как чаще всего положительный. А vape показывает, грубо говоря, модуль этого же значения. Все всегда хотят перейти на идеальную метрику — это деньги. Но, как правило, это сложно. Почему это сложно? Потому что никто не может точно ответить, сколько дает улучшение прогноза в том или ином смысле. Потому что прогноз сам по себе дополнительно каким-то образом преобразовывается. То есть он, например, поступает каким-то специалистам, они смотрят, не могут немного корректировать, есть какое-то квантование. То есть, например, не может поставщик привезти одну бутылку, там, не знаю, газировки в магазин, ему надо целый ящик. Соответственно, там часть отрезается. Плюс сети между собой, то есть бизнес-заказчики, не могут наверняка договориться, как же мерить точно деньги. Поэтому, увы, это идеал, к которому все стремятся. Фичи я коротко расскажу, которые у нас идут в моделировании. Группы основные — это какие-то исходные данные, это наши цены, промо, какие-то данные из прошлого, какие-то выбросы могут быть. Затем агрегации по категориям. Мы используем внешние данные достаточно много. И рассчитанные произвольные показатели, они могут быть достаточно кастомные. И они, кстати, занимают довольно долгое время для расчета. И если они того стоят, они там улучшают качество заметно. Так как у нас команда там несколько человек, она плюс-минус распределенная, там есть еще внешние подрядчики, нам надо каким-то образом валидировать эксперименты. Делается довольно классически. У нас есть какие-то фиксированные датасеты. Мы разбираем, например, какие-то гипотезы проверить. Например, у нас гипотеза — погода должна там увеличить нашу точность. Кто-то ее берет, проверяет на датасете, и если какой-то результат есть больше уровня шума, он может пойти в суммарную, так сказать, проверку с общими данными либо на другом датасете. Но даже если результат положительный, мы можем все равно откинуть этот признак, потому что часто они считаются долго, либо сложно, либо данные поступают недостаточно часто и качественно. Например, тот же кейс с погодой. Мы пробовали несколько поставщиков, и на самом деле со многими из них были проблемы, потому что у них были разрывы в данных, особенно в исторических, и мы не могли достаточно потрачить это все. Какие, давайте поподробнее расскажу, базовые признаки. Это какие-то внутренние атрибутики товаров, какая категория, какие-то смежные могут быть категории, к чему она относится. Ну, например, кефир, кисломолочный, что-то еще такое. Трансформации делаются всякие разные над ними, то есть там группировка, средняя, еще что-то. Потом мы оцениваем важных конкретных признаков, фиксируем какой-то бейзлайн, базовое качество. И после этого уже создаем гипотезы для дополнительных проверок внешних каких-то признаков. Одна из гипотез, которая часто волнует бизнес, как учесть, что несколько товаров друг друга каннибализируют или, наоборот, улучшают. Классический кейс — это пиво и чипсы. Понятно, что они как бы вместе часто продаются. Либо, например, когда выставляют продавать несколько разных видов там, того же йогурта, это фактически один и тот же йогурт с разными вкусами. Каким-то образом надо учесть, что они могут друг друга каннибализировать. Какие мы подходы использовали? Делали анализ совместных и несовместных покупок на чеках, затем строили имбеддинги. Есть здесь еще не написано, мы делали Custom Decision Tree. Это немного другой алгоритм. Грубо говоря, выделялись общие цели, для которых служит этот продукт. У нас смежный с нами проект делал.
И мы пытались строить также другой подход — регрессия для каждого объекта магазин-товар. Это достаточно хитрый подход. У нас, например, есть признак продажи в каком-то магазине по какому-то товару. И мы строим небольшую регрессию по всем остальным товарам в этом магазине и пытаемся эти коэффициенты добавить в нашу модель. Но в целом плюс-минус мы это как-то учитываем, грубо говоря. Функции потерь. В какой-то момент мы решили поэкспериментировать с функциями потерь, потому что у нас в данных содержатся разного рода выбросы, где-то какие-то некачественные, либо, например, заливки. Условно говоря, если цену иногда ставят очень большую, чтобы таким образом операторы могли понять, что на самом деле там этих данных нет. Но для модели это не всегда работает, она просто их пытается каким-то образом экстраполировать. Поэтому мы попробовали перейти на другую метрику, на другую функцию потерь, это TWD. Она пришла из страхования, и она, скажем так, лучше объясняет редкие всплески, скажем так. И, в принципе, вот она нам чуть-чуть докидывает в качестве по сравнению с обычным MAE. Погоду мы достаточно так необычно докидываем. Мы докидываем не текущую погоду, мы пытаемся докинуть прогноз на какое-то время вперед. Самое сложное — это найти историю прогнозов, оказалось, потому что такие данные, как правило, не хранят. Мы нашли один сайт в России и на зарубежных ресурсах тоже нам попался, и мы оттуда теперь собираем данные. Здесь гипотеза очень простая, что если зная прогноз, мы можем каким-то образом скорректировать. Но зная текущую погоду, мы можем добавить некоторый байс в нашей модели. Поэтому мы как раз пытаемся использовать только прогнозы. В явном виде пробовали добавить кластеризацию. Ну, такое, на самом деле. Понятно, что, в принципе, кластеризация тем или иным образом будет содержаться будет во всех признаках, но мы, тем не менее, попробовали по нескольким подходам с указанием количества кластеров, без указания количества кластеров. В целом, это нам особо ничего такого не дало. Считалось какое-то время, что если мы хорошо почистим аномалии в данных, то качество резко вырастет. Что здесь оказалось? На самом деле аномалии в данных нам сильно не мешали. Но с другой стороны, после того, как мы их нашли и убрали вообще из датасета, качество особо не просело. Но это могло помочь нам быстрее считать какие-то модели, соответственно, ускорять проверку гипотез. Но сама по себе проверка аномалий в данных, она достаточно дорогая, потому что приходится проходить чуть ли там не по каждому объекту, скользящими всякими разными метриками, ну, довольно сложно. Но в целом как бы, это может помочь сократить время проверки гипотез. Еще один кейс, который нам часто приходится слышать от бизнеса, что появляются конкуренты, и у нас резко падают продажи. Здесь на нас попросили это каким-то образом учитывать. Здесь главная проблема в том, что нет никакого статичного или хорошего источника данных, который бы это отображал. Есть промышленные источники данных, но они, как правило, создают датасеты с большой задержкой, от месяца до 3 месяцев. Естественно, нам это не подходит, потому что нам надо делать оперативный прогноз. И плюс после того, как появляется конкурент, например, у нас понятно, что какое-то время неустойчивые продажи, например, в магазине, а потом они в какой-то момент стабилизируются, то есть выравниваются. То есть фактически эта информация о том, что появляется конкурент, она становится заложенным уже в наши остальные признаки. Поэтому фактически мы сейчас это никак не учитываем. Ну, потому что просто не можем нормально это учитывать. В явном виде мы добавляли данные по лояльности. Лояльность — это наши клиенты, по которым у нас есть информация. Это, как правило, карточки. Мы их пытались делить тоже на категории, на группы, добавлять их предпочтения, разные веса предпочтений в разном магазине, потому что есть информация. Но фактически это улучшение нам явным образом не дало. Возможно, потому что данных не так много. Это примерно 2% от всех покупателей, например, условно, или от количества чеков. И в том числе косвенно эта информация так или иначе уже учитывается у нас в наших признаках. Эластичность по цене. Тоже очень важный кейс. Очень многие у нас бизнес-заказчики требуют, чтобы модель могла прогнозировать то, чего нет фактически. Ну, как работают деревья? Они не могут спрогнозировать хорошо то, чего нет в истории. Поэтому нам пришлось довольно много времени потратить на то, как придумать, чтобы вот так вот делать. Как бы попроще объяснить?
Ну, грубо говоря, если у нас всегда кефир продавался там по цене 100 рублей, и человек, который хочет поэкспериментировать, например, он хочет поставить либо по 50 рублей, либо по 200 рублей. Модель что-то выдаст, но она будет вообще не соответствовать ожиданиям человека. Поэтому нам пришлось вот добавлять в явном виде такие признаки. В некотором виде они у нас улучшили картину, но, к сожалению, за счет ограничения самого подхода ML это так не сработает. То есть у нас есть сейчас только рабочая идея в том, чтобы комбинировать несколько подходов именно вот в таких кейсах, по которым вообще нет истории по новым. Другой кейс — это реклама. Не секрет, что очень много денег тратится на рекламу большими компаниями. Это может доходить до миллиардов рублей. И часто они, собственно, спрашивают, а зачем они тратят эти деньги. В рекламных агентствах, естественно, говорят, что это таким образом улучшается или количество там продаж или узнаваемость бренда. Но, как правило, так вот явным образом тречить это оказывается сложно. Мы добавляли данные из промышленных источников в рекламу, особенно по телевидению, потому что это более-менее такой продуктовый источник. И действительно оказалось, что качество немного нам подросло, когда мы добавляем, грубо говоря, сколько людей видят в том или ином регионе нашу рекламу. Ну, правда, без разбивки на типы вот всего этого, но тем не менее. И что мы еще исследовали? Моделировать независимые категории. То есть мы не пытаемся скинуть, например, все в одну модель. Мы пытались разбивать в какой-то момент, тречить качество. Потом заметили, что если маленькие категории между собой объединять, то у них суммарное качество возрастает по каждой из них. То есть, видимо, информации в каждой из них недостаточно, чтобы хорошо экстраполировать эту всю информацию. Ну, в среднем вот так вот. Спасибо, это все, что я хотел рассказать про то, как у нас работает. Могу на технические или бизнес-вопросы ответить.